друзья, приставка Nintendo обошла Sony PlayStation 5 и Xbox Series X даже месяц запуска. Представь себе, дефицит консоли сыграл с Microsoft и Sony плохую шутку. Аналитическая компания NPD опубликовала удивительные отчеты по продажам игровых приставок за ноябрь 2020 года. Удивительно здесь то, что совсем не новая Nintendo Switch смогла обойти по объемам продаж новейшие PlayStation 5 и Xbox Series X в месяц их запуска. Чем речь идет вовсе не о Японии, а о североамериканском рынке. По статистике NPD в США в ноябре покупаемые продукты Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite достигли 1,35 миллиона. В результате Nintendo Switch стала лидером продаж в США уже 24 месяц подряд, что представляет собой новый рекорд. Общие продажи США с момента запуска 3 года назад Nintendo Switch достигли 6,97, ну почти, короче, 7 миллионов за 11 месяцев 2020 года. Продажи приставки превысили результат 2019 года больше, чем на 426 тысяч штук. Конечно, тут нельзя не учитывать, что Sony PlayStation 5 и Xbox Series X находятся в дефиците по всему миру. Спрос намного превышает реальные предложения и возможности ритейлов и производитель по отгрузке. Также недавно сообщалось, что в Великобритании Sony PlayStation 5 существенно обошло Nintendo Switch по продажам в ноябре по статистике GFK. Друзья, так что вот он, настоящий лидер. Это Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, о котором все молчат. И действительно, очень много положительных отзывов даже в российском YouTube о этой приставке. И видите, покупатель нашел, соответственно, сделал свой выбор. Вот. Лучше, оказывается, для него носить в кармане какую-то хорошую приставку, чем, значит, какую-нибудь мощную приставку у телевизора. Вот такая вот новость, ссылка на нее в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.